Художник Валерий Филиппов начал писать кронштадтские пейзажи. Об этом он рассказал на презентации своей выставки в Музее истории Кронштадта. На картинах Валерия Филиппова узнаваемые места Петербурга. Осенняя фонтанка, Исаакиевский собор, вид с крыши, корабли у набережной лейтенанта Шмидта. Не зря его называют мастером петербургского пейзажа. С творчеством художника посетители выставок современного искусства знакомы уже более 30 лет. Экспозиция в Кронштадте вторая по счету. На этот раз Валерий Филиппов привез графику. Здесь и гравюра, и литография, и пастель. Открытие каждой новой техники открывает, это как бы новый язык. И какое-то время идет просто обучение, просто школярство. Потом идет отрабатывание какого-то метода, а через год, через два начинается такое просто свободное плавание. Вот, и, а потом находится новая техника, и так я продолжаю искать. На картинах и зарисовках, кроме Петербурга, можно увидеть Венецию, Соловки и другие места. Картин с Кронштадтом пока нет, но художник признался, что совсем недавно он нашел вдохновение в местных пейзажах и уже написал первую картину с видами острова. Не исключено, что в ближайшее время их станет больше,